Всем привет! Друзья, я думаю, что у многих бывало так, что вот вам захотелось свежего мягкого батончика, а дома остался еще кусочек черствого батона. Не спешите его выбрасывать. В этом видео я вам подробно расскажу и покажу, как приготовить вкуснятину из остатков батона. Ну что ж, начнем готовить! Для рецепта я использую самый обычный белый батон. Подойдет абсолютно любой батон, любой хлеб. Батон нарезаю на средние по размеру кусочки. А сейчас яйца я немного посолю. К яйцам добавляю молоко и все слегка взбиваю вилочкой. Сковородку я поставила на плиту, она у меня уже хорошо нагрелась. В сковородку отправляю сливочное масло, и нужно, чтобы оно полностью растопилось. Обязательно используйте сливочное масло, не растительное. Именно сливочное масло придает приятный сливочный вкус. Сливочное масло я отправляю нарезанный батон. И его нужно обжарить приблизительно 3-5 минут, постоянно помешивая. Друзья, батончик со сливочным маслом – это уже божественный аромат. Батончик слегка я обжарила. Теперь вот так вот все поправляю, все немножко вот так вот утрамбую. Теперь беру молочно-яичную смесь и ей заливаю батон. Немножко вот так вот, друзья, нужно потрусить, чтобы смесь распределилась вот так вот по батону, по вот дну сковородки. И берем вот так вот лопаточку и немножко еще утрамбуем. Сковородку плотно закрываю крышкой и все оставляю на небольшом огне приблизительно на 3 минуты. Время прошло, снимаю крышку и теперь всю эту красоту сверху посыпаю натертым на мелкой терке сыром. Снова все накрываю крышкой и оставляю на медленном огне приблизительно на 3 минуты. Ну вот и все, друзья. Вот такую красоту можно приготовить из обычного батона. Такое блюдо чудесно подойдет на завтрак, ужин или в виде перекуса. Сейчас я вот кусочек отрежу и покажу вам, как все выглядит в разрезе. Вот такая красота получается в разрезе. Внизу хрустящая румяная корочка, вот по бокам корочка, мягкий, нежный, пропитанный батон и сверху расплавленный тягучий сыр. Все получилось очень нежно, сливочно и невероятно вкусно. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления блюда и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю приятного аппетита, всем пока и до новых встреч!